наша семья из Луганска. Мы в 2014 году уже однажды убегали, спасали своего первого ребенка. И мы чудом спаслись, и мы оказались в городе Одесса. 22-й год заставил нас опять покинуть свой дом, потому что Путин решил нас спасать. Но нас спасать не надо. У нас люди живут хорошо, у нас мирный народ. У нас хороший президент, мы никого не звали. На разных телевидениях показывают разную информацию. Поэтому 2014 год был очень сложный, мы также приехали без ничего, с одной сумкой в Одессу, начинали все с самого начала. И очень обидно, что мы опять покидаем свой дом, второй. И теперь, я не знаю, честно. Тогда мы хотя бы были бы в своей стране, да, наши люди. А теперь мы вообще находимся просто как кошмар, честно. Я не знаю. Вот такая. Мы, наверное, еще попутешествуем какое-то время. Наверное, год как минимум. Но наша семья точно вернется в страну и будет заново все строить. Это 100%. У нас хорошая земля, понимаете? Мы не можем ее бросить просто так. Нет. Слишком у нас хорошо, понимаете? Мы любим свою землю, поэтому... Да, даже сегодня я вот уезжала, мне так было горько от того, что... Ну, я люблю свою страну, но я просто, люблю, честно. Открыто, без всякого, знаете. Так что извините за слезы, но... Да. Я понимаю, что много придется сейчас трудиться, собраться надо, потому что двое деток надо себя собрать в кулак. Вот, и все будет хорошо. Много добрых людей, очень много помогает, и это важно, честно. Поэтому начали думать, создавать, придумывать. Вот в чем смысл. Конечно, они купили себе квартиры, так они за собственный труд. Младший ребенок не понимает, старший ребенок не успокаивает и говорит, что мама, все будет хорошо. На самом деле, он так и говорит. И все делается сейчас, все ради детей, ради будущего, чтобы у них все было хорошо. Сейчас. Завтра. Дима, ты иди сюда, со мной идем.